И ей всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Гусанёк, Пика, Дэн, Фрэнка, Форум и Тучка, Саншайн, пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Санчизм, йоу. Йоу. Сегодня у нас очень классный ролик, потому что мы будем записывать битву машин на крыше. И кто будет падать, покажу вам на примере, вот так просто вниз полетит, где-то там машина, извини, и вот так вот красиво падает в воду. Если вы кушаете, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. 3, 2, 1. Выживет сильнейший. Ребята, это тот ролик, когда очень быстро будут происходить раунды. Вот видите, я слился первым. Да, ну не додик. Да. Ну пацаны, вот так вот. И в воду. Все, просто утонул. Летим, смотрим, как там пацаны дальше играют. Потому что я думаю, долго они не продержатся. Санчес, я тебя... Так. Давай, давай, ты сможешь, я в тебя верю. Так, никто падать не... О, чё, чёрный, пока! Ну давай, розовый! Сарамос конченый, красная тачка, офигенно! Бум, один утонул, они просто в воду съели! Ещё один улетел! На тебе! Кто выиграл? Кто победил? Дэн? А для того, чтобы было интереснее нам сейчас играть, я сделаю очень интересную штуку. Я сделаю гравитацию на 10 тысяч. Это очень мощно. Вы готовы? А, машины нет, стойте. Я переборчил, извиняюсь. Например, мы 1000 сделаем. Ну что, пацаны, а чего вы все стоите? Давайте, нападайте! А я поугараю, как вы все сливаетесь. Фрэнка, ты выиграешь, по-любому. Да, давай, Фура, кстати, должна выиграть. У меня хорошая тактика, под КамАЗом прятаться. Главное теперь что, не стоять на краю. Давай, тарань всех. Так, тихо, отвали от меня. Ой, красиво. Улетел. Да, нормально, нормально, пацаны, тащим. Давайте фуру скидываю. Пошел отсюда, щенок. Пожалуйста, не скидывай. А вот за то, что ты меня хотел скинуть, я упаду. Нет, я не то. Пацаны, помогите, пожалуйста. Я еще так долго висел. И в воду. Нет. Еще один упал. Летит. Бум. Вот это жестко ты дверью увалился. Так, вот еще один висит на соплях. Не знает, что ему делать. А это кто, Гусанёк у нас? Гусанёк. Хорошо, в соплях. Полетел. Ой, красиво в воду увалился. Я не понимаю, на что этот человек рассчитывает, когда взял вот эту фигню? А он выиграет. Ты думаешь? Да. Он выиграет, реально. 100%. Смотри. Видишь? Хорошо, пацаны, я меняю правила прям на лету. И вы теперь летите. Блин. Не, я не сильно изменил вам гравитацию. Он застрял, а не застрял. А гравитация 300. 299. Давай, я верю в тебя, тарань его. Хватит. А я вам верю, пацаны, я думал вы говорите. А говори, летать не умеете. Красиво летаете, пацаны. Ну, Фрэнка, извини, это обстоятельство. Ты самое слабое звено. О, так увалился, как будто он на какой-то бочке летел. Ребята, раунд номер 3. Можно брать любую машину и менять ей свойства. Это будет очень прикольно, потому что некоторые не знают, как это работает, и будут улетать просто так. 3, 2, 1. Погнали. Не, пацаны, вы теперь меня уже не скинете так. Это невозможно сделать. Смотрите, как я красиво это делаю. Александр? Да, Саня, ты где? О, улетел коричневый. Еще, еще. Блин. 3 улетело сразу. Это было мощно. Не знаю, как свой поменять. Ой, ты! Что? Это такое напряжение между машинами создалось. Давай, красный, пошел отсюда, щенок. Ушел, ты самый слабый, ты тоже. Выиграл. А я выиграл. И полетел. 1, 2, 3. Раунд номер 4 начался. Кто проиграет, тот лох. Дима очень сильную машинку взял. Я снегоуборщика взял, потому что для меня как снег просто, ни о чем. Это нормально? Петючку спасите. Это нормально? А как да. Ты хотел? О, улетел! Лично! Так, а ну иди сюда, каменный кусок говна. Не мешай, я хочу его скинуть. Все, пацаны, он застрял. Просто скидывай его, пошел отсюда. Ты плохой человек.
Нет, не получится, не получится, потому что я профессиональный водятел. Пожалуйста, нет, я тебе не дам денег. На туалетную бумагу конченый. Такой ситуации у нас еще ни разу не было в роликах, когда два повисли, не знают, что делать. Как будем решать, кто победил? Ребята, решение спора. Они должны друг друга перетягивать канатом. Пацаны, вы готовы? Я проиграю. Знаешь почему? Надо немножко их по центру поставить. Извините. Небольшая заминка. Сейчас, стой. Во! 3, 2, 1. Перетягивайте. Что? Я выиграл. Красиво вы летите. Молодцы. Победила дружба. Да, дружба победила. Ладно, гусенек победил. Ты красиво на своем корвете исполнял только что. Нет, я даю дружбу. Ура! Ну ладно, как хочешь, смотри сам. Ты не понял, ты в ютубе посмотрел. Гайд уже есть, короче. Как ставить машину на крыше. Спавниться на крыше. Это жесть. Реально, Дима, запиши. 3, 2, 1. Раунд начался. Я сейчас буду играть на вот этой сарделе воске. Давайте, пацаны, вы там поборитесь. Я немножко постою здесь, посмотрю, что здесь происходит. Долби. Нет, я додик. Нет, я не додик. Я выйду. Я не первый. Я второй. Хоть второй. Бу, спасибо тебе, что ты пощадил меня, добрый человек. Еще желтый улетел. Красиво. И взорвался. Ой, розовый повис. Давай, ты должен умереть. Я не скину своего брата, не хочу. Вот, сейчас упадет, смотрите. Ну, на соплях. А его вам не жалко, да, скидывать? А хорошо, я понял. Это сосиски. Сосиски. Давай, я верю в тебя, гусанек. Ты сможешь на своей странной машине ездить. А улетел, красиво! Бум! Молодец. Не, я выиграл. Ну, а тут что у нас происходит, непонятно. Давай, я верю в тебя. Давайте вот так вот, кто кого перетянет, тот и выиграет. Не очкуй, давай, Санек, прими эту смерть достойно. Если у тебя машина слабая. Я поднимаю. Просто встал. Вот, отлично, все. Нет. Гусанек, ты все равно упадешь, я тебя сейчас взорву. Вдаем, ну, на соплях, пожалуйста. Красиво. Ай-яй-яй-яй-яй. Это что, красоту сделать в ролике. И розовый улетел. Красиво, пацаны. Во, малыха. Малых. Малых. Пацаны, как думаете, выиграю? Вот так вот. Обязательно. Ты видел себя в зеркало, какой ты выиграешь, ты чё? Да я в кузове буду сидеть. Гором, давай я грузовик возьму, и я буду с вами вот так ездить. Пацаны, ну чё, как вам моя тачка? Имбаж. Зилок. Зилочек такой, именно, припущенный. Слышь, твоя машина вообще не входит в правила этого раунда. Ладно, шучу, подходит. Я этой машине даю третий шанс. Если она опять просрется. Ладно, все, давайте без шуток. Я уже все в тачке. Буду на зеле сейчас гонять. А кто накачал ее, ребята? Да, вот. Я твою. Вот сюда надо. 3, 2, 1. Решающий раунд начался. Стоит на месте. Самый умный стоит на месте, правильно. Сейчас умрет. Вот это моща у меня! Вот это наваливает техника! Жестко вообще, смотрите. Это дрифт я пускаю целый. Один улетел. Еще один улетел. Вот это я накоптил здесь. Тихо? Нет, так чувак не пойдет. Так не пойдет. А вот так пойдет. Пожалуйста, помогите! Я опять улетел. Еще один улетел. Красиво. Чисто воду. Кстати, наверное, не так больно. Давай, грузовичок. Пошел отсюда. Давай побольше разгон возьми, наверное. А что такое? Ну, сделай это красиво. Сейчас сам упадет. Вы что, издеваетесь? Бу, вот это подача. Смотрим, как он летит в воду. Ай, а ты что делаешь? Кстати, хорошая идея его подорвать. Кто выиграл? А кто выиграл? Я, получается. Нет, я, значит. Если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Всем пока.